you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем в криминалочку на сервере Amazing Replay, первый сервер, мой не Кирилл Путбуль. Итак, друзья, сегодня у нас будет довольно-таки необычная серия про дальнобойщики. Да, это будет дальнобойщики, но она будет необычная, потому что на свой газ, ну, на турбогазон я поставил замену. Замену, я не знаю, на превью, может, вы уже увидели, какая замена стоит. Честно, я еще не видел. Это не точно. Или точно. Или динах. Я не знаю, она встала или нет, потому что было очень трудно ее впихнуть. Я не уверен, что я ее впихнул. Я сейчас еду смотреть, не знаю, установилась она или нет. С вас обязательно давайте много лайков. Во-первых, за то, что будет интересная серия, даже очень. Я замену очень крутую поставил. И во-вторых, то, что будет дальнобойщик, я немного решил отойти от темы такси, но еще много видосов по такси будет. Еще где-то 5 серий точно про такси будут, про их заменки, про крутые заменки, про интересные заменки, про топовые заменки. Все это обязательно будет. Я уже думаю, я спалил уже, да, заменку. Ого, чувак лагает. Давайте я лучше доеду, и мы посмотрим на мою заменку. Ну, как я понял, это заменка, когда ты на нем не едешь, она у тебя лагает, наверное. Сейчас мы это проверим еще раз. Может, у чувака что-то лагает? Как бы, блин, уже много раз спалил. Да, когда вы сами едете, оно у вас лагает. Ну, давайте хотя бы просто посмотрим, сами проедемся. Я думаю, у меня такого, в принципе, не должно быть. Просто подходящую замену на газон я не мог долго найти, как бы. Пришлось немного хитрить и просто изменять название и впихивать как есть машину. Не знаю, блин, вообще, надеюсь, у нас трясти так не будет, как их. Как бы, ну сами вы сможете по-любому работать, у вас трясти не будет, как бы. Ну, сейчас посмотрим, короче, как эта замена встала. Сейчас надо заправить гетер в первую очередь, потому что бензина мало. Так, фил 82 литра. Так, да, я приеду. Все, поехали. Что-то санкинга развелось до херава. Я заметил как-то. Вам так не кажется? Так, я что-то переборщил немного с газом. Ой, придурок, господи. Приехали, блядь. Просто конкретный придурок. Ладно, придурки, они всегда есть, в принципе, да. Да уж. Только тачку починил, блядь, недавно. И это быдло тупо его сломало, сука. Просто даун, блядь. Конкретный даун. Даунидзе, блядь, просто реально бомбит. Сука, он специально тупо в меня въехал. Просто кретин. Так, давайте возьмем наш грузовик. Вы не дальнобойщик. Блять, я забыл устроиться. Сейчас, секундочку. Так, я купил ремку, но я решил все-таки дотолкать ГТР до гаража, потому что хоть сэкономлю так бабки, на всякий случай просто будет ремка. Давай, толкайся. Что-то он вообще не толкается толком. Ну, сейчас попробуем его дотолкать. Блин, просто даун реальный конкретный. Тот, что у нас срезался. Блять, хоть бы кто помог. Я помогал, когда у меня машина там ломалась. А вот мне никто не поможет никогда. Давай, давай, давай. Отойди. Во. Спасибо. Что-то у тебя, чувак, ничего не получится, я чувствую. Спасибо. А чувак от души вообще. Реально красавчик. Так, давайте заедем. Блин. Чинись. Чё, блядь? Я только что починил, а не чинится. Она не чинится. Смотрите.
Во, она с третьего раза починилась просто. Реально. Спасибо. Еще раз. А, дай на чай. Окей, сейчас. Пай 7 5000. Все, на тебе на чай, чувак. Все, поехали, сейчас устроимся и уже продолжим. Все, я устроился, теперь мы движем обратно. Так, соблюдаем ПДД. Ждем зеленый сигнал светофора. Ну, а чуваку похуй. Поехал дальше. Наконец-то сейчас мы возьмем наш, типа, газон. На самом деле это не газон. Кстати, вот BMW, какую я снимал в предыдущем серии. Можете, в принципе, устанавливать. Моделька хорошая, BMW. Значит, сейчас этой модели я вам еще ничего не могу сказать, потому что я ее даже толком не видел. Надо ее пощупать, посмотреть, есть у нее какие-то косяки. Ну, косяки — это то, что она трясется. Как знаете, но это всегда так, когда ты мод ставишь, машина вроде трясется. Не все, конечно, но если машина именно не подходит точь-в-точь для этой машины, то она начинает трястись. Ну, у других людей. Вон, кстати, стоит газон. Точнее, не газон, а тачку, какую я установил. Надеюсь, у меня она трястись не будет. Блин. Надо было влепиться. Вот, кстати, он стоит. Сейчас мы его посмотрим. Видите, как только он садится, у него начинает трястись. Ну, надеюсь, у нас такого не будет. Так, 16 секунд ждем. Без проблем. Сейчас подождем 16 секунд и поедем на нашем газончике. Конечно, хреново, что он трястись будет. Ну, другие у нас трястись будут, а мы нет, если что. Но я так решил попробовать чисто, потому что надоело на газоне постоянно быть. Вот он, красавец. Вроде бы багов пока я не вижу. Вау, кайф, блин. А, как он круто выглядит, смотрите просто. Это просто охуенно. Смотри, как он просто круто выглядит, чуваки. Это Ford, если что. Форды. Это, если что, Ford. Так, давайте скриншот хороший сделаем. Вот это мощь прям, блин. Ford называется 9000. Ну, в принципе, ссылку на него я оставлю в описании. Ну, божочек есть один, то, что колеса немного проваливаются, видите? Немножко колеса проваливаются. Чё он от меня хочет? Садись. Ну, так выглядит очень круто. Согласитесь, выглядит прям очень круто. Прям охренено. Как гирлянда, знаете, смотрите, выключают так скучно. Ну да, еще сиденье, конечно. Ну, моделька прям не идеальная, но, чуваки, ну попытка не пытка. Как бы, ну круто выглядит все равно. Необычно, круто, вы как бы можете более реалистично играть вам будет. Я поищу еще какие-то интересные модельки. Но, блин, я нашел пока что такую, как бы. Это вообще, ну, не для этой машины подогнана машина, ну, модель точнее. Я просто изменил название и впихнул ее. И просто ее впихнул. Как бы, на самом деле, это все по-другому, но смотри, какой он здоровый. На самом деле, круто выглядит. Я не на перекрестке бы спалил по тачке. Ха. Красавчик. Серия. Да. На самом деле все равно, ну докажите, круто. Конечно, да, это неприятно, когда ешь трясешься, но это как бы пробная версия, пробная серия по поводу модов. Если он, в принципе, зайдет насчет модов для газона именно. Именно для газона, потому что, я думаю, не у всех есть возможность работать на той же Искане, Интернационале и так далее. Понимаете, я вот ищу выход, как бы, чтобы тоже было прикольно ездить. Ну, вот эта модель неплохая, конечно, видите, как бы все светится, все хорошо подогнано. Вот баг в том, что немного колеса просевшие, потом персонажи в кабине очень странно сидят, и то, что она трясется. Ну, в принципе, говорю, это пробное, если он зайдет по поводу модов на газон, как бы, я думаю, это все хотят, как бы, ну, заменить себе на лучшую модель, чтобы было интереснее работать. На это, я думаю, тоже будет интересно работать, но в том, что если вам будет кто-то навстречу ехать, он будет очень сильно трястись, и я думаю, это будет очень неприятно. Но, как видите, вы когда сами едете, у вас все хорошо, все нормально у вас, ничего плохого не происходит, как бы. Я думаю, это нормально.
как бы он не трясется вообще никак. Спокойно едем, он высокий, как бы большой, это Ford. Ну, Ford называется грузовик, видите, он трясется у нас. Он у нас трясется. Это на самом деле печально. Но так выглядит даже очень прикольно, я думаю. Вы со мной согласитесь. Я еще поищу пару заменок. Конечно, если вы здесь наберете много, ну, достаточно количество просмотров и лайков, то я еще поищу заменки. Но если оно вам нахрен надо, в принципе, вам и так хорошо работает, то я, в принципе, не буду снимать эту тему. Блин, фару разбили вообще хреново. Видите, даже с этой стороны теперь фары тоже не светятся. Сверху, видите? Из-за того, что мы разбили фару. Это на самом деле прикольно. Видите, он трясется. Вот в чем беда. Но так моделька довольно-таки неплохая. Довольно-таки неплохая моделька. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин. Печаль. Это я тут не рассчитал. Эх, приехали, походу, мы, чуваки. Приехали. Ну, думаю, на этом, в принципе, будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Заменку на эту модель я оставлю в описании. Вы сможете скачать, в принципе, и спокойно играть. Ну, на этом все. Всем пока-пока.